останови. А как же Сибирь? Кисуля, ты на платье обещал. Хватит на платье. Ну что? Еду, еду. Маме только позвоню, и вся твоя. Корчиков говорит. Пожалуйста, еще один билет на Иркутск. Желательно рядом. Ты что, совсем одурел? Завтра зайду. Что же я в тебе нашла? А чего в других? Нет, то и нашла. Яша, дорогой, мне же сейчас золото. Дело иметь вообще нельзя. Я же у всех на виду. Все смотрят. Генка смотрит. Служаю смотрит. А что на тебя смотреть-то? О, да у тебя вся пасть в рыжье. Будешь мне пургу нести, я твое золото щипцами выдеру. Запомни, жизни твоей цена 2 рубля, как этой пули. Завтра у тебя дело будет. Или поможешь, или готовь щипцы. В сортир пойдешь, не тушься, еще убьешь кого. Устал, замерз. Ты чего пост оставил? Не лай. Пойдем, сам постой. Там такой дождина льет. Не видно ни хрена. Сейчас вот чай попью. И пойду. Спичек дай, а то у меня отсырили. После обеда
смотаюсь, дорогу проверю. Может, проедет. Никого снаружи не оставит. Если спят, поубиваю. Опусти ружье. Они уже час как мертвы. Щербак! А? Зови Томилина и Романова. Быстро! Это не зря. Надо искать его. Как? Лес поджечь четырех сторон. Ищи его теперь. Сережа! Да! Позвони Коржикову, объясни, что у нас здесь происходит. Хорошо, Степан Петрович. Николай Терентьевич! Да! Николай Романов! Что там да. у тебя? ЧП у нас. Что? ЧП, говорю, у нас золото украли, трех человек убили. Тихо, не тихо. Понял, алло. Не понял. Трое убитых, в том числе милиционер Нечипаренко. Алло, я не спили. Охренели там, да где, что ли? У многих в поселке ни копейки не осталось. Нам бы какой-то аванс людям раздать. С какого перепоя аванс? И за какие заслуги? Где я денег возьму? Ну подождите, а люди? Обойдутся. Это их проблемы. Ты что, гад, делаешь? Ты понимаешь, что здесь начнется? Прикрыл задницу свою. Все знают, чем ты там занимаешься. Ну, Яшка. Ну, ноздря. Еще раз набрать? Не надо. Сереженька, ты на кого ж ты нас покинул-то? Господи, зачем же я такое же сложила? Долго ему нет что-то. Да ты не волнуйся за него, дорогу найдет. А я не за него. Ты о чем? Золото в поселке. У нас три там брат в ментуре. Ну и чё? Да ничего! Ты подумай, блин, потренируй башку! Ты куда собрался? Яшка ночью золото взял и умотал. Вы здесь кукуйте, если хотите, а я пошел. А чё медведем стоишь? Так складно петь начал. Странный ты человек, Равиль. Вроде голова с мозгом, а дурак. Ты быстрее шути. Мне еще идти нужно. Ты здесь две недели комаров кормил, на горелом пальбу устроил, а к золоту пришли, решил ноги сделать. Что-то от золота у меня. Рюкзак-то не рвется. Вы двое что молчите? Ну да. Я тебя сейчас узлом завяжу, обмылок. Золото в конторе поселковой. Охраняют трое. Генка, брат мой, с нами. И когда брать будем? Или опять подождать надо? Сегодня ночью. Thank you.
Опять? Ну ты что творишь-то, а? Давай, давай отсюда, давай. Потом из моей зарплаты выстишь. Ага, дождешься твоей зарплаты. И водку тоже давай. Тише. Че, уставился? Курва. Тише ты. Господи. Да сердце у меня сейчас сорвется. Силой и угрозами. Чем? Угрозами. Заставил меня отдать ему товар, список которого прилагается. Ага. Число, подпись. Список потом составишь, мне в контору занесешь. Сейчас времени нет. Ага. Здорово, мужики! Выродка, который это сделал, мы поймали. Из-под земли достать. И золото найдем. Когда мы все с голоду сдохнем здесь. Тихо сказал! Кто нам деньги заплатит? Это не ко мне вопрос. Ах, не к тебе! Не ко мне. Все, успокоились, все успокоились. Отыщем мы его, отыщем! Ты это Галине скажи! И Серегиным детишкам! Почему ее мужик здесь мертвый валяется? А вы тут! Че же раньше-то не поймали? Засаду готовили! У тебя в кабинете! Ты вообще не века! Какие настоящие, я сказал! Стоп! Стоп! Тихо! Погода наладится! Пришлют деньги! Выдадим аванс! Да какой аванс? Я 4 месяца потратил бесплатно! Какой нахрен аванс? Да кого вы слушаете? Откуда мы знаем, что это ноздря? Может, они сами золото взяли? Ты договоришься сейчас. А что ты мне сделаешь? Номер меня засунешь? На, давай! А ты пальни, пальни! Может, золото и появится. Предлагаю всем разойтись по домам. Так толпой мы ничего не решим. Завтра в обед соберемся здесь. Я вам обещаю, будут результаты. И по деньгам, и по ноздре с золотом. Да золото-то ноздря уже со своими давно запаковал в мешочки и лесом ушел. Спасибо, Ревун, успокоил. А мне-то что? Я-то свои шмотки уже подсобрал. Мне остался контейнер оплатить. Все. Найдет он. Он по ночам в сортир с фонарем ходит. Конец свой не может найти. Да. Куды? Что с Коршиковым? Сказал, что это наша проблема. Подлец. Так, ну я тогда сейчас с управлением попробую связаться. Посмотри тут. Хорошо. Не могу я тебе сейчас прислать никого. Не могу. Вода зайдет первым теплоходом. А сейчас сами справляйтесь. У Коршикова самолет есть. Не даст. Погода нелетная. У вас и так 4 трупа. Еще пилотами рисковать? Хорошо. Повиси секунду на телефоне. Семенов, Гаранин с Усолья не вернулся еще? Ага, понял. Рядом с вами, в соседнем районе, работает Гаранин из прокуратуры. Дам телефонограмму ему, чтобы к вам выезжал. Ну, что будем делать, Петрович? А? Уйдет ноздря. Ну, знаю, что уйдет. Ну, а мы, значит, кусты. У тебя конкретные предложения есть, или ты просто так пожаловаться зашел? Я там Людке сказал, чтобы из магазина продукты без денег выдавала. Под записи, и только самое необходимое. А то и так ничего не останется. Хорошо, хорошо.
аккуратнее зашибешь. Что-то он нервный какой-то. А он сейчас между молотом и наковальней. С одной стороны его Коршиков дрючит за золото, с другой мужики. Формально он сейчас в конторе за главного остался. Гена, просьба, подежури за меня. У меня одно дело есть. Саня, до шахты подбросишь? Садись, Петрович. Годовщина сегодня у Валерки. Понял, Петрович. До кладбища я потом сам дойду. Ход, чоль? Какая охота, дядя Коль? Вы что, не знаете? Не знаю. Трех человек положили. Нечипоренку, Серегу Конного и Патрикеенко. Как положили? Убили! Ноздря ночью контору взял. Нищие мы теперь все, дядь Коля! Мужики теперь с ружьями ходят. Сереж, не ходил бы ты никуда. Да не волнуйся, ты далеко не пойду. Ну не могу я дома сидеть. К вечеру вернусь. От чистого сердца. Тебе что? Служаев, старый, ленивый. Помоги пень найти. Ты что, дурак? От чистого сердца. У тебя что, голова вообще ничего не соображает, что ли? Тут людей убивают, а он с пнем своим лезет. Пошел вон отсюда! Это не ноздря. Ты что говоришь, Петрович? Кто мог-то? Их всех из одного пистолета положили. Я гильзы смотрел. Нечипаренко на дежурство пистолет брал, а утром его уже не было. Что это значит? Откуда мне знать? Они знали того, кто их убил. Он просто пришел, взял пистолет Нечипаренко, и всех их перестрелял. У ноздри своих три гавриков, вооруженных до зубов. Стали бы они у Нечипаренко пистолет отбирать? Вряд ли. Вот и я о том. Про то, что золото в конторе, не так много народу знало. Ловко все рассчитал. Знал, что во время разлива реки никто из района к нам сюда нос не сунет. Но... кто же тогда это сделать-то мог? Генка Томилин, геолог, я, ты. Тьфу ты, Петрович! Тебя я не подозреваю, себя тоже. Остаются двое.
Вернешься в поселок, будешь следить за Генкой. Петрович, ну какой из меня сыщик? Ну... Я же не прошу тебя за руку его хватать. Будешь смотреть за ним, если он выйдет куда. А геолог? Геологом сам займусь. Вот закончу тут дела и навещу его. А ты правда думаешь, что Генка мог? Да нет. Вряд ли. Я поэтому тебе его и поручил. Просто на всякий случай. Ну, ладно. Не забудь, Петрович. У нас контора. Как стемнеет, у Магомеда посидим. Генка с улицы нам сигнал подаст, когда идти. Я с Равилем пойду вовнутрь. Ты за дорогой следи, ты за окнами. Угу. Потом здесь встречаемся. Все, ждем орлы, когда стемнеет. И сидеть тихо, поселок рядом. Здравствуй, сынок. Рюкзак брось. Руки подними медленно. Извини, геолог. Ты здесь? А я тебя потеряла. Родной ты мой.
Есть что доложить? Нет, Степан Петрович. Все в порядке. Иди отдыхай, я подежурю. Так ведь времени уже. Иди домой! Поработать мне надо. Сейчас Магомеда за Генкой отправим. Хусен предал меня. Верк. Я не могу так жить. Я не смогу. Тебе кто больше нравится? Антоний или Хулио Сезаров? Не знаю. Посиди. Пошла вон, зараза! Ты чего так не любишь-то? Бесполезная тварь. Молоко не дает. Дом не стерегет, ходит только, глазами лупает. Твой Генка тоже хорош. Кошку, бабу, Сопроном назвал. Ой, где он ходит-то? Кругом такое творится. Ген! Ау! Ты? Я, мам! Я! Ой. Котлет разогреть тебе? Позже, мам, я уйду на полчасика. Как только пришел, и опять уходишь? На ночь глядя, один. Дела, мам. Дела. Повтори, что ты сказал. А? Украли золото. Кто? Ты? Раиль, возьми Федора. Магомед покажет, где Генкин дом, и выманит его оттуда. И что делать с ним? Сюда привезти! Ищешь, ничего там нет. Не дергаться! Руки! До последней минуты надеялся, что не ты. Извините, что разочаровал, Степан Петрович. Генки дома нет. Мать сказала, через полчаса будет. Подождем, нам не привыкать. А ну иди! Богатый вы теперь человек, Степан Петрович. Ты, Генка, других людей своей грязью-то не мажь. А чё ж вы его перепрятали, а не в контору отнесли, а? Соблазн слишком велик. Если ты сломался, где гарантия, что другие люди удержатся? Степан Петрович, вы меня только не перебивайте сейчас, хорошо? По 18 килограмма разбежались. Я один спалился, а вдвоем у нас все получится. Удивительно, Генка. Вот почему мне за тебя стыдно, а тебе самому хоть бы что. Даже сейчас все золото, золото, золото! Не понимаешь? Ты же не просто украл. Ты людей убил, которые знали тебя, которые доверяли тебе. Да вот не надо мне только на совесть давить! Совесть? Где твоя совесть? Нет у тебя совести, давить-то не на что! Ты же с этими людьми рядом. Рядом жил ты. Ты с ними каждое утро здоровался. Они с тебя человека пытались сделать, а ты перешагнул через них, как зверь дикий, как шакал. Убить бы тебя прямо здесь. Не человек ты теперь, Генка, не человек. Зверь ты. Но судить тебя люди будут. Давай вперед! Ah!
Поговорим, землячок. Гена, братишка, не надо шакалить. Погубит тебя жадность. Яша, мне в сотый раз повторить. Не брал я золото. Кто тогда? Яша, ты, если мои слова не запоминаешь, ты их записывай. Я устал повторять. Я не знаю. И своих кто-то, может, Романов, послежу за ним. Не получится. Почему? На дне твой Романов. Рыб кормит. Ты уверен? Уверен. Он нас заметил, пришлось в реку закинуть. Когда это было? Часа три назад. Это ж надо моду взял. Уходит ни свет, ни заря, ночью не дождешься. Опять, что ли, искать его идти? Мам, по идее, я волноваться должна. Вот я и смотрю. Спокойно это больно. Ой, господи. Эй! Если что узнаешь, Магомеду свести. Он мне передаст. Договорились. Ищи, Генка, ищи. Идите за ним. Скорее, он не успел далеко уйти. Да кто он-то? Романов. Так, мужики? Геолог. Он уже не мог уйти. Мужики побежали в лес. Да иди с ними, я здесь сам. Генку в деревню вези. Васька Кильман. Утюгей, утюгей.
Санька, ты? Чего надо? Дядь Георгий, открывай! Чего такое-то? Пропусти. Да что случилось-то? Да врет он все! Что вы слушаете его? Врет! Пойдем, Катя. Да врет он! Вы тоже так думаете? Я уже не знаю, что думать. Ты что делаешь? Ружье конфискую. Санька, всех мужиков у меня собери. Иди. Пойдем, доченька. Что ж вы так, Георгий Иванович, а? Кому дочь отдали? Куда смотрели? Сергей не мог. Да? Но это вы Служаеву расскажите. Только я думаю, что он вас не услышит, потому как зятек ваш зарезал его час назад. В общем, так. Все трое по домашним арестам. Как же не стыдно тебе, сопляк? А хамить будете? Я вас в камеру всех засуну. Санька вас охранять будет. Значит так, мужики, сами себе не поможем. Никто нам не поможет. Зарубите себе на носу и родным своим передайте. В одиночку из поселка ни на шаг. Оружие все время при себе держите. Завтра с утра прочесываем лес рядом с поселком. Потом разобью вас на тройки, будем патрулировать поселок. Сейчас все свободны. Какой тут патрулировать? Дворянин. Весь поселок. Теперь не с бабами, а со стволами спать. Задержись. Возьми. Это Служаевский, но тебе он сейчас нужнее, я думаю. Ты же знаешь, я... Не делай, видишь, что тебя это не касается. Ты здесь живешь, значит, это и твое дело тоже. Присидеть хочешь? Голову в задницу засунул, меня это не касается? И мужиков поить завязывай. Не то время сейчас. Сам не поймешь, запрещу в магазине тебя отпускать, а у китайцев все банки перебью. Свободен. Санька, завтра с утра дуй к Коробицыным. Никого не выпускай, сам ни на шаг. Вы не меня ждете? А вы из прокуратуры? А вы, вероятно, Служаев. Служаева убили вчера вечером. Прошу, у нас тут много чего произошло. Пригрели тут одного геолога. Наделал дел. Этот Романов, он вооружен? Пистолет. Где взял? Не Чапаренко покойного. У кого еще в деревне есть оружие? Вон там, дом Коли дворянина. Вот у него оружия никогда не было. Все, он один такой. А, хотя сейчас и у него пистолет есть.
Постояльца тебе привез. А на кой он мне? Дом большой, до работы недалеко. Не обращай внимания, это она для виду, а так она у нас дома. В доме не курить. Девок не водить. Я постараюсь. Поедем-ка сразу в участок, я показания сниму, чтобы время не терять. Говори, не курить. У нее что, глаза на затылке? Нет, но видит она все. Степан Петрович часто на рудники ходил. У него там сын Валерка 9 лет назад погиб. Ну и в этот раз тоже. Говорит, ненадолго, а самого нет и нет. Я подождал, потом, думаю, сам пойду. Тут на меня Романов-то этот и набросился. Он, видно, в этих, ну, в шахте золото прятал. Ну, не ожидал я, что он с ножом-то. Он мне сначала в ногу, потом по лицу полоснул. Ага. Ну, оттолкнул и в лес. Золото у него с собой было? Наверное. У него мешок такой, видно, что тяжелый был. Да. Я стрелять начал, но темно, ночь, ничего же не видно. Ну, потом меня мужики подобрали, в шахту спустились, а там Степан Петрович. Распишись. Вы куда? Место осмотрю.